рады видеть в другом месте, может, тем не менее. Так, про себя, да? В этом году у меня книжка весной вышла «Мост времени». Она вышла, правда, в электронном издательстве, но в интернете она есть. А кто ты там? А, ты насчет социального, да? Ну, я с этого начну тогда. Я это редко пишу. Я тоже не люблю массовки, мне неуютно быть в толпе, пропагандистские уловки, как для голодных канапе. Проглотят, мы готовы верить всему тому, что говорят, как кто-то верит, что Америк и воздух чище, только зря пренебрегли своей отчизной. Все помни призрак коммунизма. Шутливая песенка о встрече июля. Пух вездесущий окаймил обочины и отделил газоны полосой, что означает, все с июнем кончено, июль все ближе, жаркий и босой. Встречай его, красивого, желанного, войдет не просто, прогремев грозой, любимый, но знакомится как заново, то зайчиком, то рыжую лисой. Пух вездесущий окаймил обочины, пусть лето пряжу из него спредет и вывяжет одежку подсорочную до времени осеннего адьё. Как огромная фонотека, картинная галерея и библиотека в твоем внутреннем мире. Если поздороваться со всеми людьми, кого встречал в жизни, уйдут годы. Возлюбленная, в которой находят еще друга, мать и дитя, становится целым миром. Под этот дождь так сладко будет спать, раскроет яркий зонт аллилукоя. Во сне и под дождем смогу летать и надышаться ландышем с левкою. Проснуться утром свежим, все забыв, и все-таки в особом состоянии, вернусь туда, опять недолюбив, не долетав, и новых ждать посланий. Молитву стоит? Вот молитву написала. Всегда стоит. Вдруг написала молитву в ее. Благодарю за все, что в этом дне даровано и принято с любовью, за каждый миг и яви, и во сне, за все, что дух, преобразуя, ловит, за все, что сердце, принимая, пьет, что видит глаз, любуясь, восхищаясь, за все, что есть мое и не мое, за то, что я оставлю здесь, прощаясь, за то, что канет в лету, тая в ней, где нет имен и к авторам привязок, как белой краской на полотне написано, но недоступно глазу. Благодарю за все, что в этом дне, и верю в милость Божию ко мне. Спасибо. Наталья, это...